Имба ебаная. Если чит ебаный. Ну типа это слишком легко становится. Еду в тачке под басы от Гачи Мучи. Мучи гейнг, Мучи сквад, нам не нужно сучек. Как я научился играть Бэро? Я не научился играть, я учусь играть. Мне нужно больше играть от Таима, типа, больше целиться. Собственно, поэтому я второй день уже падаю, блядь, только в мясо. Типа, просто сижу и падаю, пытаюсь стреляться. Не как обычно я стреляюсь, там, типа, просто пытаюсь фликами дрочить. Я именно пытаюсь попадать. Именно, ну точнее, я пытаюсь прицелиться сначала. Он полез, блядь, он дурак?
у меня основная проблема в том, что я нихуя не это. Не вожу за целью. Я обычно пытаюсь довести стрейфом. Но не всегда можно довести стрейфом. Он не чилил, он меня видел, между прочим. Типа, этот чел видел меня. Типа, поэтому мне, допустим, с граплером, наоборот, надо больше играть. Потому что я запрыгиваю и пайчу с этими челиками. Да, я, типа, я нихуя не топовый строитель. Но... в лейтовых зонах... там выдрачивать... ну, типа, допустим, в комбет... форте... в лейтовых зонах надо выдрачивать эти... там, всякие вот эти... редактирования в основном. То есть, коробку построить — это легко. Нужно понимать, как ее отредактировать быстро и в какую сторону. И, типа, если ты это понимаешь, то как бы у тебя плюс. Мне кажется, короче, граплеру надо добавить обойму. Типа, вот, допустим, у него 15 зарядов, но можно одновременно, ну, подряд выпустить 3, условно. То есть ты 3 заряда выпускаешь подряд. И все. После этого ты, тебе нужно перезарядить. И перезарядку там сделать секунды 4, допустим. Типа, не знаю, каждую эту. Каждую присоску будет вкладывать, условно. Потому что, ну, в текущем виде граплер, он жесткий слишком. То есть вы сами видели там, что бывает, если чел, умеющий стрелять, как бы впрыгивает к вам. У вас нет времени. Особенно если он использует какую-нибудь хуйню, типа дабл-баррела. Нот тфуе, блядь.